систему зажигания внесена неисправность. Вам необходимо правильно подсоединить датчики. По вашей команде мы запустим двигатель, и по программе мотор-тестера вам необходимо определить эту неисправность. Сергей Легкий, студент третьего курса, специальность техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Он успешно прошел теоретический этап Олимпиады, остается на практике показать высокий уровень своих знаний. Было интересно принимать участие, потому что была возможность поработать с тем, с чем мы не сталкиваемся как бы в повседневном. Это тот же самый мотор-тест, с которым мы работаем. С ним столкнуться в Брянской области тоже достаточно нелегко. И я, честно, благодарен нашему техникуму, что он у нас есть. В Олимпиаде принимают участие студенты из Трубчевска, Унечи и Брянска. Сначала они должны выполнить теоретические задания по устройству автомобиля, проектированию и построению чертежей деталей. Олимпиада довольно серьезно построена, потому что техники, выпускники техникумов должны обладать и теоретическими знаниями, и практическими. Если с теорией удается справиться большинству, то практические этапы у многих участников Олимпиады вызывают трудности. Успехи студентов оценивают опытные мастера автотранспортных предприятий и преподаватели учебных заведений. Каждый конкурс определен определенным количеством баллов, и сильнейший выявляется по максимальной величине набранных баллов. Участие в Олимпиаде для студентов – отличная возможность не только проверить свои знания, но и заявить о себе. В жюри приглашены потенциальные работодатели, которые готовы взять на работу молодых автомехаников после окончания учебного заведения. Екатерина Зойдина, Владимир Сидоров. События, Брянск.